не слушаются тебе? Ну, я им говорю, что нам идти, они не идут. Ну идите сюда, что встали? Они в туалет пошли. Они там в туалет пошли. Ну. Куда идите в туалет, а то они в туалет захотели. Ну давайте. Подходите, Игнатий Лучтамов. Дальше. Ты, луна. Осторожно, Билла. А Билла. Можно, Билла? Вау. А что там тебя остановили? Они в туалет пошли. А? В туалет. В туалет, а что дома не сходили? Да они только сейчас захотели. Хорошо, что мы вчера привезли солому. А если бы вчера мы не привезли эту солому, они беда, были. Туалета негде. Все за нашу спрятали. Дайте их. Значит, что мне делать? Вот с какого момента начнешь работать, тогда будет считаться за работу. Обожди, ты экскурсовод. Так. Дорога не ходите, там можете помешать нам. Иди сюда. Вы ее просто сомнете. Так, поскорее идите. Быстрее! Вы только пить не просите. Это у нас для рабочих вода. Дадим. Виталий, он ее сейчас отдаст все и все, ему разницы никакой. Никому не давайте нести. Ты водой не распоряжаешься, запомни это. Так, идем сюда. Так, поближе, подойдите. Ближе, все, быстрее, 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 быстрее. И скорее. Вот этот пруд, посмотрите, он называется Рыжковский. Это Рыжкова фамилия, Рыжкова. Они жили прямо здесь вот. Какое хозяйство, они все это пишут. И она, ее звать Евдокия Титова. Какие были имена? Тит. И она, бабушка-то приезжала у нас, она вышла замуж за Потеряева, Ивана Нефантьевича. И она с ним приехала, он здесь умер, и вот здесь могила. Он является правнуком, наверное, того первого Потеряева, который здесь поселился. И они вручную вот эту дамбу насыпали. Даже вообразить нельзя. Мы даже на это не дерзаем. Ты работай, не зри на нас. Вот такое дело. Этот пруд заброшен больше полвека. Видите, как вода где далеко. Мы решили выпилить все кусты. В лесу напилили. Вот подойдите сюда, я покажу, какие деревья. Осторожно, зай, коса. Коса сзади. Нигде не бегать здесь. Ходить очень тихо. Вот вчера Терентий барабаш привез сюда. Посмотрите. Вот сейчас они шкурят. Это дядя Виталий, а это дядя Никита. А шкурим. Для чего шкуриться? Для того, чтобы дерево не пропадало, иначе оно гниет. Потом мы его промажем еще. Так называется отработка, когда масло. Нет, мы нам привезли его. Я попросил Евгения Долгова. Он привез килограмм 60. Вот это проволока. Мы будем тут проволокой стягивать. Тоже Игорь Плужков дал. Видите, сколько? Это все надо было ошкурить. Так мы уже большую часть перенесли. Здесь, когда мы все сделаем, дальше мы вызовем бульдозер. Они будут брать там 1000, допустим, 500 рублей за один час. Это очень дорогое удовольствие. Ну, да. И он тогда будет здесь толкать землю, поднимать вот это нас, называется дамба. Пойдемте. Идем. С вами идите, осторожно. Здесь ты его нет, держи на себя. Осторожно, идите с вами. Идите. Осторожно, это коса. Туда нигде не ходите, это прямо колхоз, куда нужен. Это дядя Володя, все берут. Тут пройти нельзя было, иди. Куда вперед идем? Ну куда ты вперед? Я курсовод. Зачем вперед идти? Стойте сзади. Подходите сюда. Вот здесь пройти было нельзя. Здесь вот такая вот трава, камыш росла. Вот она ее сбоку, видишь? Притом старая, косится плохо, она сухая. И он рубил, 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 я перерубил. Все. И вышел на тот берег. Сейчас мы посмотрим. Вот сейчас дядя Володя здесь пилит. Бобры тут появились. Вот нам беда-то, они плотину грызут. Вот здесь вот бульдозер пройдет, все подровняет. Ну, у него 3,70, кажется. Я не знаю, сколько у него ножки. Это маленький тут бульдозер был. И ямки, вот. Осторожно. Это осторожно. Ямка. Это где у него нора была и проваливается. Что делать с ним, мы пока не знаем. Вот я пилю, а Кирилл вытаскивает и вот сюда бросает. Но его не было вот это время, как он с вами там пробыл, в это время вот сколько я навалил. Видишь? Вот посчитай. Это все за это время, пока тебя не было. Вот. А мы дежурных ждали. Это вы, сейчас ты их проводишь, и с этого момента будут тебе часы идти на работу.
А пока ничего нет. Так, смотри, не отпускай далеко его. Потому что вон там у нас стоит чашка с отработкой. Очень ценно. Возьми его ближе к себе. А потом вон там пойдете дальше, за дерево там. И там увидите вплотную вода. И там его покупайте, пустите. Купаться там я не знаю, будет его или нет. Вот смотрите. Что мы сделали? Здесь дядя Володя выкосил вон куда. Видите, на той стороне? Вот. Пройти на ту сторону можно, теперь мы мостик сделали. Игнат Никитович, еще одна яма. Это тоже вторая. Мы туда веточку поставили, чтобы человек не упал туда. Теперь смотрите, вот это большой, который мы сейчас устанавливаем. Вон какие большие, тяжелые слеги. И на эти слеги маленькие уже, как столбушки, будут стоять. И когда трактор будет сюда гнать, вода выйдет, а глина останется. Вот тут солому вчера он привез нам, Терентий. Мы ее будем трамбовать вместе с глиной, чтобы вода не размыла. И здесь также сделаем, вот как здесь. Ну, под эту надо подпереть будет, она может прогнуться. А между собой сверху прибьем вот эти вот, вот, из лагеря мы привезли, с той стороны. И с той стороны, когда такую сделаем, прибьем, и между собой стянем проволокой. А земля ее будет распирать, и она ее никуда не поднимет. У нас проволока. Это вот мы заранее так спланировали. Видите, сколько деревьев? Вот это все мы с Кириллом тут. А дядя вам это дальше туда. Вот, вот какой камыш большой, видите? Да. Вот рудопея. Это рыжковский. Тут целые деревья лежат, мы все вытащили. Вон еще одно лежит. Она же по муравьям. Ну-ка, слезь с него. Ты что? Это нам надо все вытаскивать. Если у нас это получится, все, воды мы сделаем в другом месте. Надо на лагерный пруд сводить, показать. То вода будет течь в том месте, а здесь она будет подниматься. И она может подняться, мы, ну, допустим, мы еще вот столько насыпем. Вот так вот. Вода может подняться до уровня новой глины. Тогда здесь будет настоящее большое озеро, хорошую рыбу можно будет разводить. Да. Вот, вот где мы находимся. Две недели прошло, как мы приехали с 10 июня. Это все в лесу работали. И мы заготовили на второй, на лагерный тоже. И там еще у нас есть. Ребята работали в лесу, ошкурить надо, потом отвалить, это большая работа. Мы как-то думаем промазать, чтобы бобер не грыз. Что он будет грызть-то, вонючее такое? Ему это не по зубам, прокисшее. Я так думаю. Вот если кто хочет на ту сторону пройти, мы сделали переход вон там, вон. Вон. Можно пройти там и тот берег посмотреть, кто хочет. Аккуратно. Только друг друга поддерживайте, чтобы никто не утонул. Так, Кирилл, подскажи им, как идти. Не уходите вы туда. Вот так. Игнат Тихонов. Дальше пройдем. Ну давай, вот иди. Веди туда, он там искупается. Теперь отпусти подальше. А можно с отпрыжкой? Так, кто хочет поддержать его? Держите. Не отпустите. Давайте, потихоньку переходите. И там можете вон туда на берег подняться и оттуда нам рукой помахать. Пройдите там, погуляйте. Посмотрите, не упадите. Аккуратно, возьми ее за руки. Вот. Какая интересная экскурсия у них будет. Пускай шарик поплавает. Вот он, поплыл. Отпусти его с цепочку. Не целиком отпускай, а так, чтобы... Вон он как. Ему интересно поплавать, потому что жарко. С собой его проведите. Так ты, Кирилл, веди их пока туда. Куда? Наверх выведи маленько, туда. На тот берег. Я не пусть он там берегом пройдите, вон подальше, но недалеко, чтобы нас видно было. Вон, смотрите, мальки тут, мальки. Там еще рыба? Ну, мальки маленькие такие. Ну все, давай потихонечку проходите. Да боже, не... Шарика туда ведите за собой, он поплывет. Давай. Смотри, цепочка, он зацепится. Так и получилось, он зацепился. Я говорю, смотри, а это же голубина на это. Ну, теперь еще завернули. Видишь, как маленькое дело, и надо смотреть. Думаю, осторожно. Веди его дальше. Не давай ей больше, она не может справиться с ним. Ну, опускайся ниже, то рукой, ты вам ничего не сделал. Ты пусти цепочку и вытяни ее за тот. Эх, Шарик, кому ты попался? Так, подожди. Ну ты уйди, Шарик, иди сюда. Ну еще. Вытащи. Ну вниз головой пойдешь. Вот так иди, вот так. Ну еще. А не как, вот прямо.
Не отлетело там на конце, посмотри. Нет. Замочек там нет? Да. Застегни его, чтобы замочек был. Тимоша, давай, примите, давай. Он неправильно идет, наступает туда вот ногой. Знаете, наступай, все прошли. Все, вот все. Так. Все, все, ты возвращайся назад. Это. Прося, ты старше. Над этой командой старше. Прямо туда поднимитесь, по берегу пройдите, на нас посмотрите, далеко не ходите. Потому что мы не знаем, кто где и что. Так, сейчас мы понесем эти. Вот это место-то он заваливать будет. Это все надо убрать, накидали. Это все надо будет убрать отсюда. А вот это интересно, смотри. Сколько я пилил их там, все обглоданы. Это видишь, это бобер. Все до одного бобром покусаны. Вот она. Я бы убрал, чтобы ему еды не было. Это тактика сожженной земли. Может быть, он уйдет тогда. Вот смотри, сколько есть. И везде покупка. Вот она. Везде все да. Подъедены. Девушка, да. Гости. Ну вот я его, вот он, видно, видишь? Он. Ну я его пониже взял, зимой ему не найти. Так, мы сейчас большие устанавливать будем. Нет, сейчас лопаты посмотрю, где устанавливать. Или сначала принесем, положим, потом подкопаем. Надо лопату сделать еще. Ты пока убирай все ветки донизу оттуда. И дальше кидай. С этого времени у тебя рабочее будет время. Все? Идите туда далеко, идите дальше. Куда идите? Дальше идите, прогуляйтесь, посмотрите. Все? Тихо, ты что бросаешь? Об ручку ударилась. Все.